Здравствуйте, друзья Садового экспресса. Показываю вам одну из последних лилий 24-го года сезона. Она цветет в начале августа. В этом году у меня пурпурные лепестки загнуты очень сильно к цветоносам с белым окаймлением и такой высокий прочный стебель где-то 80 сантиметров. Лилия красивая, самодостаточная и редкая достаточно. Эта лилия не так часто встречается у наших садоводов, но у меня она, к счастью, есть. Хотела вам показать, что требует лилия. Во-первых, как все лилии, не любят загнивание. Нельзя близко к водам подземным высаживать. Сделать хорошую внизу песочную такую подушечку. Очень хорошая любит почву с удобрением минеральным. И вот так вот она, если посадите, первый год ничего не дает. Вот на второй, даже на третий год она полностью открывается. Вот такая лилия. Головка у нее тюльмовидный цветочек. Смотрит паникающий вниз. Вишневого цвета, краб коричневый по лилии. И очень сильное вот такое загибание к цветоносу. Красивая. Все открылись, у нее почти цветы. Немножечко вот тут три бутончика еще есть. И вот так вот на ней очень много пчел было с утра. Очень много. Солнышко поднимается. И любуемся этой чалмовидной лилией. Одной из последних в сезоне 24-го года.